Приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. Как обычно, по традиции, вместе со мной заряжаем себя на самый лучший день и проговариваем такие слова. Я являюсь источником любви и доброты и делаю мир лучше своими действиями. Вот говорим один раз, и вы посмотрите, что сегодня любой ваш шаг приведет вас к лучшей жизни. Ну а теперь уникальное послание на 11 июля. Объективность. Вероятно, сейчас вас тревожат мысли о том, что вы двигаетесь слишком медленно относительно окружающих вас людей. Успехи ваши не так высоки, результаты действий приносят гораздо меньше благ, чем друзьям и коллегам. Будьте объективны к себе и своим успехам. Вы не обязаны соответствовать каким-то нормам, быть наравне с кем-либо. Но становясь лучшей версией самого себя, вы уже прогрессируете, и это замечательно. Сейчас ангелы-хранители хотят направить вас на правильные мысли. Вместо того, чтобы переживать о медленности своего шага, подумайте о том, какой длинной дорога осталась уже позади вас. Сфокусируйте свое внимание на прогрессе и увидите, что совсем недавно вы обладали меньшими духовными и материальными благами, чем сегодня. Это и есть движение, даже если вам кажется, что вы движетесь слишком медленно. И в течение всего дня обязательно повторяем такие слова. Я верю в свои способности и знаю, что у меня есть все необходимое для достижения своих целей. Вот говорим 7 раз, и вы посмотрите, что вы добьетесь поставленных целей.